На автобусной остановке нельзя прыгать, бегать, суетиться, и нельзя выбегать на проезжую часть, нельзя стоять рядом с поребриками, и надо всегда смотреть по сторонам, едут ли автобусы или троллейбусы, или там машины. И нельзя заходить в двери только тогда, когда они начинают закрываться. Нужно заходить в двери только тогда, когда они, наоборот, открываются. Сначала надо пропустить тех, кто выходит из автобусов, а потом уже заходить в автобус. Автобусная остановка нужна, чтобы высадить пассажиров и чтобы их куда-нибудь перевезти. Пешеход, находясь на остановочном пункте, должен стоять на одном месте и не передвигаться, исключить игры несовершеннолетних детей. При прибытии транспортного средства на остановку спокойно и равномерно стать пассажиром транспортного средства, всегда держаться за поручень и заранее планировать выход из транспортного средства. Партнеры проекта – Владимирская производственная фирма «Алонка». Настоящие соки для настоящих патриотов России. Магазин косметики и парфюмерии «Рич». Мы заботимся о вашей красоте.